Всем привет! Ну что, сегодня у нас вторая часть нашего трешечка на 1 миллион. Будем тратить опять 200 тысяч самоцветов на пирата. И также у нас будет сегодня розыгрыш, точнее конкурс, о котором тоже расскажу попозже. Так, ну у нас сегодня будет еще трата значков печета 5 миллионов. Потому что у меня просто их уже некуда девать, и я не смогу просто дальше ролить из-за пакетов. Поехали. Будем ловить бесплатного некроса отсюда. Некоторым он тут якобы падает. Вот так, как видите, 5 миллионов тратится очень быстро. Только мы все 5 не потратим, там 3 с чем-то вот. 3700. А дальше просто минус один идет. Почему так, непонятно. Не дают тратить. Так, окей. Набрали мы зелени. И побежали дальше трешевать в поисках третьих карт, которые нам, к сожалению, сейчас падают очень редко. Поехали. Ну, кулаки хоть падают, это хоть радует уже. То все было очень печально. Сундучок. Ну и все, собрали полностью все. Окей, забрать, получить все. Уже хотел нанять по 450 по привычке. Лучше сюда потратить. Пользы больше, чем от 200 кгшек. Так, кулаки, сундучок. Интересно, что опять за 200к одна карта упадет. Рандом нас любит. Получить все. Поехали дальше. Интересно, сможем докопить карты до 1000, чтобы их открыть. В принципе, в сумме у него уже больше их, чем 1000. Меня интересует одного вида. Так, поехали. Ну, видно, что-то даже кулаки, по-моему, урезали. Больше раньше выбивал. Сейчас как-то они очень плохо, то ли так нам везет. Блин, обычные карты он сыпет полным ходом, а третьи не хотят давать. Так, до 4 миллионов 50 тысяч ролим. Так. Еще 500 кулаков. Ну, отлично, скоро упремся в потолок уже. Рун точно нам хватает, нам только на восьмую прокачку надо будет руны. Остальные руны мы достанем с сундучков, там шестерок у меня уже хватает где-то на 30 героев. Семерок там тоже в два раза меньше дают, но тоже падают они нормально с сундуков. Так, нанять. Перейти. 1000 кулаков. 502 сундука. Отлично. Не дали кулаки. И тут зажали кулаки. И тут, походу, тоже зажали. 1500 за 4 клика. Все равно выгодно. Плюс сундуки, плюс куча плюшек, кгашки. Так, окей. Пятьдесят тысяч уже проролили.
карты пока таки нет. Блин, жесть просто. Два кулаков. Отлично. 707 карт уже этих есть. Ну, может, дойдем. Так. Так. Ну, давайте карту уже, что ли. Не хотят они нам давать карту. Дают все, кроме карты. Я, по-моему, за первый стрим наш на миллион, полмиллиона набил. Сейчас, по-моему, все намного хуже. Похерили рендом. Ну хорошо, хоть сундуки падают. Это радует. Штук 100 будет 100%. Так, есть еще. Еще даже разок сможем хлопнуть. Отлично. Жесть. Третьи карты просто не падают. Их просто нет здесь. Какой же там шанс на выпадение? Я даже не знаю уже. Однотысячная, что ли? Вот первые вроде неплохо падают, а третьи... Вот... Первая такая. Тренировка пальцев перед этим Fortnite. Так. 2 карты, сундук. Ну а где топовая карта? Мне даже, по-моему, было 2 карты падало вместе. Но сейчас даже по одной не падает. Опять будет куча плюшек на роллинге. Ничего себе. Дальше у нас типа 9 наград будет, что ли? А, 8. А что, не хотела принимать? Вмещать до 40. Странно. Вот почти уже 150. И у нас таки ничего нету. Я имею в виду, ничего нету в плане третьих карт, только одна штука. Вот 2 сундучка. Отлично. Так, сейчас этот заходик и глянем, что там у нас вообще по расходниках получается. За 300к. Так, окей. Так, смотрим.
Ну, как видите, походу в два раза пофиксили. Как-то очень-очень однотипно все падает. Стандартно, я бы даже так сказал. Тут тоже никакого рандома, походу, нет. Так, 726, 42. Будет где-то 55-56. Да, в принципе. Порезали. Так, 40. 2000, 3400. Так, а что у нас по синим камешкам? По зеленым, точнее. 3800. Окей, поехали дальше. Время не теряем. Жмакаем следующих. Сотку. Где-то приблизительно получается, за, не считая эти сундуки, мы получим где-то 250 тысяч. Походу... О, наконец-то третья карта. Наконец-то за следующих 100 тысяч. Жесть просто. Походу пофиксили в два раза весь дроп. Если я не ошибаюсь по некоторым позициям. Потому что падало намного лучше в предыдущий раз. Видимо, они поняли. Воу, ничего себе. Прям 1500. Сундук. 10. Это что? Прям услышали меня, начали сыпать просто. Сука, а тут кулаки не дали. А так хотелось взять по максимуму кулаков. Получилось 2,5 всего. Сундуки — это приятно, это как и кулаки, больше всего, наверное, радуют эти сундучки и кулачки отсюда. Ну и смены, в принципе, неплохо, остальное уже, конечно, не торт. Так, еще у нас 75к осталось. Фига себе, мы топим. Второй заходик наш. Все закончилось. Место. Я надеюсь, разработчики когда-то добавят возможность сразу кидать все в инвентарь. Просто жмакать, потому что это лишняя трата времени. Отлично. 10 наград сразу с 10. Супер просто. 10 с 10. 9. И все, ящик заполнен. Где кулаки? Вот, 15. Давайте еще 15. А, хренушки. 5, это 20. Даст. 25. Ящик заполнен. По-моему, 2500 максимум, что я доставал заполненного ящика. Может, и больше надо будет пересмотреть. Так. Ну давай. Десятка осталось. Так. Жизнь, боль. Всего одну карту достали. Со второго этого захода тоже. Да, одну, по-моему, да. Каждая карта 200 тысяч. Стоит ли она того?
Так, окей. Ну, два сундучка. Тоже отлично. Это тоже хорошо. 40 тысяч осталось. Еще немножко. Мы уже все делаем на автомате. Так, отлично. Да, конечно, видно сразу, что в два раза просто урезали весь топовый дроп. Сундуки хоть не порезали. Это радует. Может, нам там повезет, 1050 кулаков достанем еще. Ну, 4К собрали. Отлично. Так, финишные заходы наши. И будем смотреть, что у нас получилось. Я не знаю, сколько там осколков с этих сундуков можно будет выбить. Но я думаю, с 1000, точнее, с 10 тысяч осколков этих мы там должны по-любому минимум как по герою собрать. Каждого вида. Это будет интересно, думаю, посмотреть. Так. Пять. Еще один заходик. Дадите сундучок. Или зажали. Да, сундук дали. Но карта только одна за 200. Это жесть просто. Это просто жесть. Так, окей. Получить все. Так, смотрим. Смотрим. Ну, уже 103 тысячи кулаков. В два раза. Тут то же самое в два раза. Тут тоже, то есть... Статистика, как видите, все стабильно, одинаково добавляет, пропорционально где-то приблизительно. Так, что у нас тут получается? 273 карты уже. 757 плюс 50 где-то карт, 61 сундук, было 27, чуть-чуть больше дали, 2 карты топовых. Как-то так себе. 221, 54, 2300. Ну, тут уже 6000. То есть по 500 где-то в среднем, по 500 дает этих. Эти тоже уже начали добавляться. Эти пока, к сожалению, не особо падают. Тут на красоту можно собрать. Все.
Конкурс на этот видос будет такой же, как и предыдущий. Ставите лайк, подписывайтесь на канал, делайте репостик в соцсети, оставляйте свои контактные данные, как с вами связаться. И я разыграю либо воодушевление, либо исцеление, любой из талантов, который будет продаваться у нас на рынке, на ваш аккаунт, на вашу там тыковку, без разницы. Я просто словлю талантик, а вы уже дальше сами определитесь, на кого вы будете его ставить. Ну и плюс вы получите, соответственно, самоцвет и все. Всем удачи в конкурсе, подписывайтесь и ждите следующего видоса. Всем пока!